Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы вам будем рассказывать о острове Сокотра. В прошлой серии вы видели, как мы переходили из Кении на этот прекрасный остров. И сейчас мы вам расскажем о том, что здесь происходит, какие люди, какая природа и вообще ради чего стоит ехать. Итак, остров Сокотра. Вот, внимание, едем к порту. Вот такие тут волны. Вот это порт, главный порт Сокотры, потому что он находится в столице. Это, как сказали, здесь построен новый порт Саудовской Аравии, но я что-то сомневаюсь, что это идет речь про него. Может быть, в каком-то другом городе. Здесь большие корабли, которые что-то перевозят. Я думаю, что с основной... Это не рыбацкие, их разгружали вот краном. То есть, возможно, это с Йемы навозят, потому что сюда приходят большие пути. То есть, да, огромные корабли, и они полностью деревянные. Вот сейчас мы мимо него одного проезжаем. Вот этого корабля, это корабль из Эмиратов. У него сзади видно такой большой рудер. Такой огромный деревянный корабль. Такой огромный якорь. Помните, я вам говорил, что когда мы шли на Сокотру, мы попали на хвост большого шторма. Так вот, собственно, этот шторм, что он сделал именно на Сокотре. Он здесь бушевал 4 дня. И вот так вот были разломаны это рыболовецкие лодки. Вот стоят лодки, которые... Вот эта индийская лодка, я вам покажу. Вот это еще одна была полузатопленная, ее только что вынули, вот она здесь была. И вот еще лодка, у нее вот такая разбитая корма. Из нее тоже пытаются откачать воду. Ну вот, видно, разбитые борта. И вот разбитая рубка. Это, между прочим, из стеклоткани сделана лодка. Большая, вон насосы стоят у нее на палубе. И они выкачивают воду из трюмов. Ну, там половина лодки воды. Я не знаю, что у них получится сделать. Потому что ее, видно, било достаточно сильно носом. Вот тут видно... Сам нос ее разбитый. А вот это грузовая лодка, деревянная, которая ездит с Йеменой, привозит сюда продукты. Вы можете посмотреть, вот это одна из больших лодок. Одна из больших лодок. У нее такой сзади большой рудер. Я сейчас буду ехать. Мы попали на хвост большого шторма. Так вот, собственно, этот шторм, что он сделал именно на Сокотре. Он здесь бушевал 4 дня. И вот так вот были разломаны это рыболовецкие лодки. Вот стоят лодки, которые... Вот эта индийская лодка, я вам покажу. Вот это еще одна была полузатопленная, ее только что вынули, вот она здесь была. И вот еще лодка, у нее вот такая разбитая корма. Из нее тоже пытаются откачать воду. Ну вот, видно, разбитые борта. И вот разбитая рубка. Это, между прочим, из стеклоткани сделана лодка. Большая, вон насосы стоят у нее на палубе. И они выкачивают воду из трюмов. Ну, там половина лодки воды. Я не знаю, что у них получится сделать. Потому что ее, видно, било достаточно сильно носом. Вот тут видно, сам нос ее разбитый. А вот это грузовая лодка, деревянная, которая ездит с Йеменой, привозит сюда продукты. Вы можете посмотреть, вот это одна из больших лодок. Одна из больших лодок. У нее такой сзади большой рудер. Я сейчас буду ехать. Это пока. Индийский корабль, на нем погибло 14 человек. Вот можете посмотреть, как его сильно разбило берег. А вот дорога, и здесь прямо нанесены кучи песка, потому что это прошел шторм, это ненормально. Здесь была полностью нормальная дорога, и вот такой катаклизм сейчас здесь произошел. Вот большой корабль, его тоже штормом выбросило на берег, и он стоит здесь на мели. Вы сказали, что с ним что-то можно сделать, но я вот только не понимаю, что, если он уже посаженный на мель. Это ручеек. Ну, ничего страшного. А,
этого воды этой тоже не было. Это она разлилась после шторма, который здесь прошел. То есть вообще появились новые источники грунтовых вод. Увидеть, как разлился, когда был. It is because of storm also? No, it's like the same. Ah, but it is a fresh water. It is not. Ah, это обычная вода, пресная, то есть не соленая вода. Потому что я думал, это разлился океан. А вот это рыболовецкие лодки, которые вынесли сюда, чтобы пережить этот страшный ураган, который прошел. Это гранитные скалы. А вот этот корабль, которому не суждено сойти с места. Вот этот ручеек, который мы видим спереди, вот мы его сейчас проезжаем, это тот, который появился после урагана. Вот он, видно в скалах. New Spring. Yes, sir. И вот это все разрушение. What it was? Why it is so many stones are there? Eh? Yeah. From the water. It's coming from the mountain. А, it was a so big stream, just... Yeah. А, это, короче, был поток большой воды, который сверху нанес камни, вот это вот все нанесенное сверху камнями, это какая-то река прямо была. It was like a river. Yeah, before it. А вот, кстати, навстречу едет машина Toyota. Это машины военные, у них там сзади турель стоит, но ее типа даже не убирают. То есть это какие-то из Саудовской Аравии военные машины. Песок тоже нанесен непогодой. Вот его видно откуда. Сверху, наверное, все текло и вот нанесло. Is it also from a mountain? This one. Yeah. Yeah. Is it also river? Какие дюны рядом с дорогой прикольные. Но мы завтра поедем смотреть еще на другие. Подъезжаем к нашему порту. Вот лежит этот индийский корабль, который сюда пришел. Ему повезло дойти, но он, я так понимаю, разбит был о скалы здесь. Сложенный пополам вообще. Это все деревянные корабли. Понятно, что у них выжить шансов было немного. А это наш порт. Вот мы сейчас приехали с небольшого шопинга и купили местных продуктов. А, кстати, в одном из видео меня упрекнули, почему я все цены говорю в долларах, почему не в какой-то другой валюте. Хорошо, давайте начнем с того, что я сейчас буду говорить в локальной валюте Сокотры. Напоминаю, что локальная валюта является реал. Вот, и теперь перейдем непосредственно к покупке. Манго маленькие, супер сочные и, как по мне,
наверное, очень-очень вкусные. Вот, в общем, стоимость одного такого манго 250 реалов. Далее, арбузы. Вот такие маленькие арбузы, они внутри, кстати, желтые. Итак, вот такие арбузы. Они в меру сочные, они очень сочные и в меру сладкие. То есть и формат такой, что ты такой арбузик просто съедаешь один, получается очень клево. Далее, лаймы. Ну, лаймы здесь обыкновенные, вот они вот такие вот маленькие зелененькие. Стоимость одного пакетика с лаймами 1000 реалов. Далее, папайя. Нет, это папайя вместе с лаймами обошлась в 1000 реалов. Далее, Нига бананас. Это вот огромные такие бананы. Они долго хранятся и очень калорийные, очень питательные. Они не очень сладкие, но если их, допустим, пожарить с лаймом или что-то с ними такое вот прикольное готовить, то это будет очень клево. Вот, стоимость таких бананов была за, по-моему, 6 штук 1500 реалов. Вот. А теперь из того, чем богат мир Сокотры. Первое, это ладан. Лучший в мире. Пахнет супер. Класс. Большое спасибо Денису Романову за наводку, за человека на Сокотре и за помощь в нашем приходе и в оформлении документальном. И подсказки, что нужно покупать. Так вот, вот ладан, который мы здесь купили, он реально клево пахнет. Мы где-то здесь купили еще такую баночку, кладешь уголек, на него сверху ладан, и он начинает пахнуть. Местный человек-продавец в магазине сказал, что если вот взять такой кусочек, можно чуть меньше, в стакан, его болтать, а потом стакан выпивать, я не знаю, как он растворяется, я его никогда не видел, ничего не в курсе дела, но продавец сказал, что вот такой кусочек помогает при проблемах с желудком. То есть, ну, он, естественно, весь не растворяется. Далее. О каких проблемах не уточнил. О каких проблемах не уточнил, да. Далее, есть такая штука. Вот у нас целый мешок. Вот он. Называется кровь дракона. Я так понимаю, что это из смола дерева, наверное, вот этого известного на Сокотре. Мы будем ехать по острову и покажем. И вот это, наверное, смола помогает при лечении язв. То есть, если у вас какой-то там порез, наверное, то им что-то надо делать. Вот что делать, я еще сам не понимаю. Далее. Мы были на заправке и купили топливо. Извините. Топливо мы купили 47 литров. И за 47 литров заплатили 11 тысяч реалов. Это такая стоимость дизеля на Сокотре. Дизель приезжает сюда из Эмиратов и очень хорошего качества. Локальный дизель мне сказали не покупать. Но я не знаю, может, он отличается по цене, но мы проверять не будем. Ну вот, собственно, наверное, и все, то, что касается продуктов на Сокотре. Вот мы сейчас едем в середину острова. И вот я хочу вам показать природу. Такие дороги, маленькие деревца. Я так понимаю, что здесь растительность не очень богатая. И вот такие красивые горы, на которых облака застряли на самых верхушках. Ну что, едем дальше? Роза пустыни, Desert Rose. Огромный каньон. Огромный. Такие вот маленькие водопады, очень красивые. А это дюны Сокотры. Здесь такой ветруган валит, что машину почти переворачивает. Это, наверное, порода такая, которая в себе содержит песок. А может быть, там в глубине острова есть какие-то дюны, которые наносятся сюда. Но это явно нанесено с горы. Мы сейчас ехали, и просто тупо закончилась дорога. Река молочного цвета полностью. Это потому что здесь все занесено песком, потому что очень сильно дует. И песчаные
песок смывается водой. Она такая шмутная, прямо белого цвета, как сливки. Немножко берегового пейзажа. Тут ветруган, наверное, узлов 50, такой на порывах. Идешь под углом 45 градусов. И вообще, чуть-чуть рывок сразу тебя сносит метра на полтора, просто перелетаешь. Очень крутой ветер, вообще супер стронг. Дина собирает ракушки. Через дорогу, и вот она идет дальше, выливается в море. Сейчас я пройду, покажу, как эта река, собственно, выливается в море. Остановились помолиться. Так как мы не мусульмане, мы гуляем, а наши мусульманские гиды-проводники, как он сказал, у них сейчас прейтайм. Сезон дождей, и когда есть какие-то природные катаклизмы, становится полностью полноводно, и здесь сносит мосты и все, что только можно. Вот на кусте сидит дикий ястреб, он называется фалкон. Сегодня день, потому что мы приехали смотреть на Dragon 3. И вот такая вот промытая канава преграждает нам дорогу. Дорога идет вон спереди. А здесь, увы. Не в горах. Долина, плато. Импровизировал. Сейчас ближе подъедем, покажу. Карабкается. А дальше путь открыт. Едем туда. Вот мы шли, нашему взору представился этот водопад. Сейчас мы к нему, конечно, ближе подойдем, посмотрим, что он. Но пока
Не могу сказать, что это самый большой водопад в мире, который я видел, но он достаточно симпатичный. Тут смотри, как будто бетон. Да. Видишь? Этот сказал гринстоун. Грин там был большой. Да. Смотри. Внимание! Мы подходим к водопаду. Какой он красивенький. Мы приехали в национальный парк, название не знаю, очень высоко и необычно прохладно. Кругом жара, а тут прохладно. 940 метров над уровнем моря. Да, приехали смотреть на вот эти, собственно, деревья, которые называются Dragon Tree. У них очень полезный сок, это местная достопримечательность Сокотры, дерево-символ. Растут они только на большой высоте. Я думаю, им погодка здесь больше нравится. Влажность. И влажность. Да, тут дождик моросит, мы в облаках находимся. Вот те, которые Сережа вам показывал, высоко над горами, пенкой стелятся, вот мы как раз тут и находимся. А помните, я вам показывал такой... такую в мешке у меня лежала штука, которая называется Dragon Tree Blood. Или кровь дракона. И вот откуда она берется, смотрите. Обдирают. То есть ее просто обдирают кору дерева, и вот это вот и есть Dragon Blood. Очень обидно. Да, я бы даже не покупала, если знала, что это. Ну. Такое дерево красивое. А его семена запрещены к вывозу. То есть их нельзя вывести с Сокотры, если они спелые, наверное. Ягодки, это же, наверное, и есть семена. У меня есть план. Мы продолжаем нашу экскурсию по национальному парку на Сокотре. И я уже показывал Dragon Tree. Что здесь, Диночка? Какие-то офигенные, необычные камни. Ого, ничего себе, булыжники. Какие-то река, может, была. Да, это однозначно река была. Здесь, когда идет какой-то природный катаклизм, здесь все наливается водой, и именно с самой верхушки этих гор сливается и разрушает все деревни, ломает мосты, в общем, творит зло и бежит. Но мы сейчас уже начинаем потихонечку спускаться, уже спустились на 150 метров. It's very beautiful views. Yeah. Also inside when we go, it's forest down. Okay, nice. Короче, сейчас мы поедем посмотрим каньон и целый лес из этих деревьев. И вот, внимание! Сам каньон. Смотри, как круто. Попробую. О, здесь дом. Да, здесь прикольно, очень красиво. Добавим немножко панорам Сокотры. Этот каньон, который мы видели уже, это его продолжение направо. И вот внизу речка, которая течет и впадает в какую-то большую реку. И вот этот каньон выходит прямо к океану. А сейчас мы идем Dragon Trees Forest, или лес драконьего дерева. Вот чтобы вырасти дерево такого размера, ему нужно в районе 500 лет. То есть это очень-очень медленно растущие деревья, и внутри древесина, она не как дерево, она как фикус, она как кактус большой. Она пористая и волокнистая. Я собираю семечки. Дина собирает семечки, которые, кстати, запрещено вывозить с острова. И будет выращивать эти деревья. То есть как минимум инвестиция на 500 лет у тебя уже есть. Да, это на двоих можно по 250 лет, тоже нормальная идея. Вот он лес.
то, что я рассказывал касательно волокнистой фактуры. Вот она, мягкая. То есть это как кактус какой-то. Она, наверное, наполненная влагой, и все. Ну, судя по всему. Еще и мягкая такая, как спонж, да? Да. Чисто волокно. И вот такая куча веток, которая растет. Поэтому они и обламываются. На Сокотре очень мало цветущих растений. И вот мы нашли кактус вот с такими прекрасными цветами, которые очень красивые. Вот еще есть закрытые, а есть уже, которые открытые, отцвели. Да, коробочки. Прикольно. Ну что, поехали на другую сторону острова, посмотрим на бушующий океан, на наветренную сторону. Да, посмотрим на волны и пособираем ракушки. Погнали. Вот это вода, вернее река, и она выходит прямиком к океану. Мы сейчас приехали на наветренную сторону острова. Посмотрите, какие огромные скалы, которые противостоят воздушным потокам, которые просто обрушиваются на этот остров. И вот уже вблизи океан с волнами. Причем, что интересно, 5 миль от берега, солнце вовсю, ни туч, ничего, а весь остров укутан вот такими черными-черными тучами. А мы приехали сюда еще для того, чтобы посетить пещеру, которая находится впереди нас. И вот мы подходим к этой большущей пещере. Диночка! А? Тут такое эхо. Здесь сверху течет. Фу. Зато можно определить, вот где зеленая, там течет вода. Здесь очень грязно. Вот это все, это земля, и она такая липкая к ногам. Огромная пещера. А здесь внутри пещеры есть следы поселения. Здесь раньше жили местные жители, но сейчас уже, конечно же, никто не живет. Ты зашла все-таки по этой грязюке? Да, не побоялась. Не поскользнулась? Не поскользнулась. Крутая. О, все, ты теперь в домике. Вот же небольшая панорамка того, где мы находимся. Открывается прекрасный вид на воду, на надветренную сторону. Еще один пример природного катаклизма. Вот этот вот маленький заборчик, который стоит перед нами, это асфальтированная дорога, которая обвалилась. И сейчас здесь просто вот каменное русло реки, которое вымыло с гор. Вот эти горы, которые находятся спереди, при прохождении штормов, с них камни и все булыжники несет огромным потоком и сносит все, что здесь есть. И вот делает такими красивыми. Да, и делает такие камушки красивыми и круглыми. Я сейчас немножечко покажу. Гранитные, да? Да. Ого, ничего себе. Дорого делает. Прекрасный стройматериал, я бы таких увезла отсюда. На лодке, на лодке. Давай. Вот это все, вот видно куски асфальта лежащие. И вот это все, это русло. Вернее, это даже не река, а просто то, что выносится потоком, да. Вот здесь спереди сейчас тоже видно, мы сейчас будем выезжать на реку. И вот видно куски асфальта, вот спереди. Вот куски асфальта лежат, это то, что здесь была дорога, ее здесь все поломало. Вот какое огромное и широкое русло получилось. И вот его еще одна маленькая часть. А это защитный был волнорез, который забор, который снесло и выкорчевало. И вот, Диночка, мы наконец-то пришли на наветренную сторону острова. Песок подходит под цвет моего платья. Между прочим, здесь песок вообще не мягкий. Он такой вот. Но он мягкий, но он слипшийся так прилично.
Да, на ветреная часть острова совсем неспокойная. Смотри, какие там волны. Ну да. Но здесь на кайте круто было бы кататься. Да? Да. Ветер подходящий, ровненький. Волны. Класс. Но здесь так достаточно жестенько все равно. В плане погоды. Надо подойти и срочно посмотреть на эти волны. Будешь вниз серфить? Вообще супер! А вот там есть волнорез. Пошли на волнорез. Туда идем. Я думаю, здесь на лодках в море никто не выходит. Ну да, не в этот сезон. Рыбацкие хижины. Ну что, Диночка, тебе нравится? Тут так захватывает дух, потому что оно такое все монументальное, мощное. Рыбацкие лодки. Как думаешь, серфить здесь получится? Я думаю, не здесь, а вот там, где мы начали прогулку, там бы получилось. А там как волны разбиваются, волнорез, смотри. Там точно не надо серфить. Он закрывающий есть. Прикол этого пляжа, что здесь никого нет вообще. Есть такой. Кроме нас. Может, это и к лучшему, конечно. Это прекрасно. Это прикол с Сокотры, что здесь нигде никого нет. Вот такая она, Сокотра. Дикая и беспощадная. Ну и, естественно, после катаклизма здесь появилось очень много непроездных мест. И многие деревни совершенно отрезаны от цивилизации. Есть деревни, которые 6-7 километров нужно идти пешком, потому что рухнул мост, и мы, например, не смогли проехать вот к тем красивым дюнам, о которых все говорят на Сокотре, потому что просто больше нету там дороги. Но поэтому, увы. Ну что, Диночка, на сегодня хватит с нас? Сегодня хватит, я голодная. Мы попали в Рамадан, и приходится поститься второй день вместе со всеми, потому что ни ресторанов, ни еды, ничего. Можно, нельзя пить и есть с восхода до заката. Ну, да. Но до заката это часов 6, поэтому потом что нам происходит? Можно, но не получается. Да, нам можно, но не получается, рестораны закрыты. А потом в мечети кричит Мюэдзин, да? Мюэдзин. Кричит Аллах Акбар, и все начинают срочно есть. Сначала молиться. Ну, или молиться. Молиться, а потом есть. Молиться, а потом можно есть уже и кушать и пить. И открываются рестораны, которых здесь полторы штуки. Тут вообще ничего никогда не работает. Ты вот приходишь в магазин что-то купить, а магазин закрыт. Почему? Непонятно. Когда откроется? Неизвестно. И так кругом. Они не очень трудолюбивые ребята тут все. Ну, в общем, мы сейчас поедем в город, в столицу. И там будем пытаться купить себе какой-то еды. А если нам повезет, и мы там докатаемся до 6 часов, то мы зайдем в ресторан и купим с собой еды на вынос, потому что готовить ничего не хочется. Да, мы ленивые. Мы ленивые, ассимилировались. И еще немножечко видов. Это деревушка рыбацкая, вернее, рыбацкие лодки.
но вид уже сверху, дюны и дальше открытый океан. Это открытый Индийский океан с наветренной стороны, который совершенно завораживает. А с этой стороны маленькое поселение, мечеть, висят флаги, но не йеменские. Это мы чуть-чуть попозже узнаем. И горы. Все это очень красиво. А это наша машина, которая нас ждет и везет нас в столицу Сокотры, Хадибо. Ну что, друзья, раз мы уже с вами заговорили о Сокотре, давайте рассмотрим этот остров в разрезе яхтинга. То есть, где стоять и насколько это комфортно. Мы сейчас находимся в порту города Хадибо, это столица. И скажу вам откровенно, что стоять здесь полный отстой. То есть, огромный свел, вы видите, как нас качает. И я вам сейчас буду рассказывать далее, вы просто обращайте на это внимание. Порывистый ветер, который слетает с гор, вот сегодня ночью было где-то под полтинник. И лодка разворачивается носом к берегу, а свел боковой. То есть у нас эта качка еще и боковая. То есть это вообще, конечно, полная хрень. А так как возможности стоять нету, кроме как в порту, это законодательно регулируется, в порту разгружают продукцию, товар и огромное количество мух. То есть такое большое, я вам покажу, сколько мы их убили. Это сейчас у нас 7 утра, и утро начинается с того, что начинаешь охотиться за мухами. Возможно, если мы бы были здесь в другой сезон, мы бы стояли на юге острова, так как превалирующие ветра были бы северные. Но так как сейчас другой сезон и дуют южные ветра, то мы стоим на севере, но защиты от свела океанического практически нету. Говорят, что есть здесь место, где можно стоять, оно ровное, но добираться до города неудобно. И, скажем, резюмируем. Если приехать и посмотреть на местные красоты и просто проездом остановиться на несколько дней, да, вероятно, Сокотра – это нормальное место, чтобы перевести дух. Но как место, куда вы будете ехать лодкой и где вы проведете какое-то количество времени, лично для меня вопрос однозначно закрыт. Мое мнение – нет. Это связано с тем, что очень некомфортно стоять. Плюс оформление. То есть у нас была какая история. Мы пришли и начали оформляться. У нас здесь есть знакомый, который нам посоветовали. Он все вопросы решает. Мы договариваемся ехать. Он приезжает, говорит: извините, мы ехать никуда не можем. Национальная security сказала, что без виз ездить никуда нельзя. Нужно получить визы. Подождите, но мы уже 2 дня ездим по городу. И они нам давали добро на то, чтобы мы могли свободно перемещаться до получения виз. Да, но сегодня другая обстановка. Я говорю, а поехать, получить эти визы возможно? Говорит, нет, невозможно, менеджер уехал, менеджера нет, будет через неделю. Окей, человек договорился, чтобы нам дали возможность выходить, но на работе вечно никого нет. Ты приходишь, ищешь, блин, по 2 часа любого менеджера, нету на работе. Оказывается, он спит в какой-то гребаной коморке. Выходишь из порта, ворота закрыты, спрашиваешь, где костгард, который охраняет. Костгард, они, видимо, спят, они отдыхают. То есть более ленивых, бляха-муха, людей на этом острове я не видел. Это люди, которые официально получают зарплату, это представители страны. И они настолько ленивые, они просто тупо спят. Вот это вот у меня вызывает, конечно, ненависть, потому что работать никто ни хера не хочет. И простые задачи, 10 бумажек раздать, заняли почти 5 дней, потому что то того нет на работе, вечером домой приезжайте дети и так далее и тому подобное. То есть это очень муторное и очень нудное мероприятие. То есть если за вас его кто-то делает, да, окей, но самостоятельно это тупик нерешаемый вообще. А еще здесь в порту разгружают продукцию, которая ехала через океан, и не всегда она приезжает свежей. Поэтому 2 дня у нас стоит такое пиздище здесь, что хочется просто иногда блевать за борт, особенно ночью. Я не знаю, может быть, ночью они разгружают самые сливки,
Но это мракобесие просто. Может быть, с этим связано количество мух, которые здесь вокруг роем кружат. Ну вот, мы вам и рассказали о Сокотре, об этом прекрасном острове с красивой природой и с очень странной инфраструктурой. Нас ждет 1600 миль, мы идем прямиком в Египет. Вероятно, мы будем останавливаться где-то типа Судана, но надеюсь, что у нас получится по топливу и по ветрам пройти все Красное море без остановок и Аденский залив. Друзья, напоминаю, что вы находитесь на канале Капитан Герман. Я благодарю вас за то, что вы с нами уже на протяжении длительного периода времени. А для людей, которые видят нас первый раз, подписывайтесь на наш канал, и мы вам будем рассказывать о яхтинге.